Автопоезд здоровья, организованный по поручению главы региона Ростислава Гольштейна, прибыл в село Бирофельд Биробиджанского района. Это передвижной комплекс клиники РЖД «Медицина», где принимают терапевт, кардиолог, оториноларинголог и другие. Кроме того, пациенты могут сделать флюорографию, маммографию, ЭКГ-исследование, анализ крови. Это первый населенный пункт в нашем районе, который он посещает. Мы стараемся организовать сегодня подвоз населения со всех отдаленных деревень, поселков, для того, чтобы все могли пройти полноценное комплексное медицинское обследование. Очень долго мы пытались организовать это все, не все получалось, у нас нет такого комплекса. Да, очень долго договаривались с Хабаровском, с РЖД медициной, для того, чтобы поезд приехал к нам в область и проехал в каждый населенный пункт, чтобы люди пришли и узнали о том, здоровы они или нет. Услугами высококвалифицированных специалистов автопоезда здоровья могут воспользоваться все жители автономии. Здоровье населения сегодня в приоритете у региональной власти. Именно поэтому такое внимание уделяется теме вакцинации. Необходимо понимать, лекарство от коронавируса еще не изобретено. Единственная возможность избежать серьезных осложнений – поставить прививку. Надо прививаться. Я привит, мне 90 лет, я привитая. 2 раза. Одной и второй раз я привита. Так что приезжайте, это не страшно, не болезненно. Как будто, знаете, воды влили, а не лекарство. Я пронесла очень хорошо. Автопоезд «Здоровье» работает в Еврейской автономной области в рамках Года здоровья, объявленного губернатором региона Ростиславом Гольштейном. В течение лета медицинский комплекс посетит все муниципальные районы области. Ольга Тимченко, Павел Славин, Новости 21.